Всем привет! Сегодня у нас 15 сентября 2019 года. Показываю новый сорт моей коллекции Coop 39 или Crimson Crips. Это зимний сорт яблока, новинка в Украине. Очень интенсивно набирает окрас, очень товарный. Такие вот яблоки. Вот такая вот, так набирает окрас. Яблоко среднерослое, отлично хранится. Вот видно, загрузилось как на четвертый год от посадки. Плоды хранились замечательно до конца весны. Не пухли, были очень сочные, сладкие, с приятным привкусом, отчетливым ароматом. И очень сочные. Вот так вот он себя показывает. Яблоко красавец. Есть черенки этого сорта на зимнюю прививку. Можете заказывать. То есть яблоко проверенное, не пересорт. Такая вот красота. Очень прекрасно хранится в обычных условиях, не в газовых камерах. Вот он хранится, в принципе, как Gold Rush. Отлично. Но Gold Rush чуть-чуть дольше хранится. Не теряя вкусовые качества, только наращивая вкус и аромат. Сорт действительно классный. Сорт, можно сказать, постепенно вступает в плодоношение, не быстро. Вот так вот по чуть-чуть наращивает урожай. Сорт родом из США. Вот такие красавцы плоды. Такой видный броский сорт. Гляньте, какая красота. Реально красивый и очень вкусный. Я его советую посадить в сад, будете очень довольны этим сортом. То есть за то время, которое он у нас растет, у нас сложилось очень хорошее о нем мнение. Урожайность стабильная, отличное хранение в обычных условиях, то есть замечательный вид. Яблочко тверденькое, сочненькое. Показы. Какая красота. Действительно супер. О, гляньте как. Нарву его. Положу в подвал. Потом уже сниму конкретно его вес и вкус. Загрузка сильная. Плоды могут быть не сильно крупного размера. Но оно очень вкусно и отлично хранится. Вот такая красота этого сорта. Показываю это все. Crimson Crips. Просто чудо, он аж горит. Всем советую этот сорт. Сажайте себе в сад, находите место для этого сорта, не пожалеете. Он вас будет каждый год радовать вот такими вкусными, красивыми зимними плодами. Класс. Так, ну то уже покажу в подвале. Вес и вкус. Сегодня у нас 30 января 2020 года. Сорт яблок Crimson Crips в хранении. Давайте посмотрим, какой этого яблочка вес. Загрузка, вы видели, на дереве была не маленькая. Имеет вот такой вот красивый вид. Яблочки прекрасно хранятся до начала лета, да даже до середины лета могут лежать, не теряя своих вкусовых качеств. Давайте посмотрим, какой вес. Яблоко не крупное, среднего размера. 172 грамма. 155 грамм. Такое школьное яблочко для деток в школу. 171 грамм. Нагрузка была, в принципе, неплохая на дереве. 175 грамм. Я так понимаю, средний вес где-то 170 грамм. 187 грамм. Поменьше яблочко. 143 грамма. Примерно они плюс-минус одного размера. 170 грамм. Яблоко средних размеров. Сейчас давайте посмотрим, разрежем, какое этого яблочко
какая мякоть, какой вкус. Яблочко плотненькое, вкусненькое. Вот такая. Окрас вот такой у него набирает хорошо. Цвет не теряет при хранении. Всегда вот такой вот красивый и яркий. Давайте разрежем. Такая-то у него мякоть цветом. Я покажу его вот там вот в апреле месяце. Тоже с сортами, с такими как Pink Lady, Gold Rush. Покажу, что он действительно лежит. Оставлю яблоки. Уже чувствую, что мы их все поедим. Так, ну посмотрим. Яблоко твердое, именно по соку. Вон, видно, сока очень много. Видно, брыжет прям. Ай. Давайте попробуем, продегустируем этот сорт. Яблоко сладкое, с легенькой кислинкой. Мякоть скалывающая. Очень сочная, очень вкусная. Сорт хороший по вкусу. Отличный. И что самое главное, он при хранении вкус свой набирает все больше и больше. То есть есть яблоки, которые теряют вкус, или начинают мякоть рыхлеть, или ватнеть. У этого же сорта все наоборот. Он становится намного вкуснее, слаще, ароматней. Мякоть всегда сочная, плотная. Вот такая вот. Чем-то похож этот сорт на сорт Моди. Что-то есть у него. Я вот сейчас просто положу рядышком Моди, посмотрите на вид. Вот, пожалуйста, рядышком положил сорт Моди. Моди и по виду похож, чуть-чуть у него яблоко ярче, темнее. Вот возьмем яблочко Моди и яблочко Crimson Crips. Вот они, Моди и Crimson Crips. У Моди очень такой сильный окрас. Crimson Crips он более красный, у Моди он более черный. А так они похожи. Давайте разрежем и Моди, посмотрим на данный момент, какая мякоть у него. Тоже плотное яблочко. Иммунный сорт Моди. Кстати, Crimson Crips, забыл сказать, тоже заявлена иммунность у сорта. А ну-ка, Моди на данный момент, какая мякоть. Тоже сочная, видно. Тоже сок. А ну, по вкусу интересно посмотреть. Моди с ароматом, с таким прям сильным. Моди с лажи. Вот на данный момент у Моди больше сахара набралось, чем у Crimson Crips. Но Crimson Crips сорт не кислый. Он сладкий, с легенькой кислинкой. У Моди вообще вкус сладкий, можно сказать. Кислоты нету. Вот такие вот сорта иммунные. Это, конечно, классно, что можно выращивать сорта без использования химии. Эти сорта выращиваются в экологически чистых садах. То есть там минимум две обработки от плодожорки. И можно вырастить вот такие вот плоды, как Crimson Crips. И рядышком вот лежит сорт Моди. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.